Друзья, появился. Друзья, слава Богу, слава Иисусу Христу за то, что мы сегодня собрались. Я хотел бы начать с того, чтобы мы немножечко поделились хотя бы главной идеей, вообще о чем было в прошлый раз общение, вот, и потом мы продолжим, Инсуру я передам слово, вот, но давайте немножко хотя бы пару слов, общую идею, о чем было прошлое общение у нас. Повторение. Как там говорил, это кто говорил? Суворов говорил? Повторение, мать учения. Наверное, Суворов, я думаю, говорил. Воскресение Иисуса Христа говорили. В прошлый раз мы говорили о воскресении Иисуса Христа. Да. Абсолютно верно. И апостол Павел говорит, так как мы все это видели, наша вера полагается именно на этом факте. А если бы мы обманывали, то зря бы мы здесь рассказывали. Да. Он говорит, Христос воскрес. Да. И наша вера... Наша вера именно, ну, как бы полагается именно на воскресение Иисуса Христа. То есть, если нет воскресения, значит, и сама вера тщетна. То есть, мы верим напрасно. Но поскольку Он воскрес, вера имеет основание. Да, то есть, по сути, воскресение Иисуса Христа – это не что иное, как... Ну, как бы сейчас... Вот сейчас я вам расскажу такой пример, который мне когда-то очень понравился. Вот представьте колесо, да, вот колесо велосипеда. Вот велосипед, да. И в нем есть спицы, но все спицы крепятся на чем? На вот этой вот втулке, да, которая стоит центральная. И вот, по сути, знаете, вот вроде бы колесо там, вроде бы это покрышка сверху, вроде надутая, вроде эти спицы. Такой механизм сложнейший, да? Но если нет вот этой центральной сердцевины, то в этом вообще никакого смысла нет. Велосипед никуда не покатится вообще. Ну, то есть, к чему? Что если взять вообще христианство, да, и отношения с Богом, как бы вот, то центром христианства вообще является распятый Христос и воскресший. Не просто распятый, а и воскресшим, да, и поэтому апостол Павел говорит, если Христос не воскрес, то вера, она вообще не имеет никакого смысла. То есть без воскресения Христа вообще нет никакого смысла. Вот, и вот многие люди, они, знаете, такие, да, Христос это был хороший человек, это был революционер, там, это был то, это был все, но суть вообще-то в чем? Что с одной стороны, можно сказать, да, он был хороший человек, он был революционер, может быть, в этой жизни можно взять какие-то интересные ценности, знаете, там, для жизни, там, мудрости. Но вообще это никак не помогает мне, если нет воскресения, никак не помогает вообще после моей смерти. То есть, ну, с такой же точно ситуацией, то есть с такой же легкостью можно взять изречение любого мудреца, толкового парня, и просто ими там размахивать, как флагом, знаешь. Да, но с другой стороны, ну, может, в этой жизни оно и поможет в чем-то. Но с точки зрения будущего, вообще после жизни, после смерти, оно вообще никак не поможет. Поэтому ценность Иисуса Христа, вот личность Иисуса Христа в том, что Его воскресение открывает дверь к вечной жизни. И человек, который верит в это, он, который исповедует это, вот по сути он имеет вот этот шанс получить вечную жизнь и быть с Богом. Вот. Хорошо, спасибо большое, отлично. Все, я тогда передаю слово Инсуру. Буду очень рад сегодня слушать, участвовать. Инсур, пожалуйста, тебе слово. Да, спасибо, Сергей. Окей, ребят. Хорошо, давайте сегодня мы чуть-чуть необычно сделаем наше изучение. Сегодня мы заканчиваем изучение послания Колоссянам, да? И мне кажется, было бы здорово просто, ну, то есть не просто разобрать вот конкретно маленький отрывок, а, да, разобрать его, но посмотреть еще на вообще суть всего этого послания. Что Павел хочет сказать колоссянам, да, то есть мы колоссяне, что нам хочет Павел сказать? А потом как бы перейдем в 21 век, и что это значит для нас, людей, которые живут в 21 веке. Вот.
Для этого я предлагаю, чтобы кто-нибудь мог прочитать нам такой большой отрывок оставшийся. То есть мы в прошлый раз дошли до 3 главы 17 стиха. Давайте вот с 17 стиха и до конца книги. У кого есть желание прочитать все? Ну, давай попробуем. Кто там хотел? Не-не, я говорю, что Инсур, наверное, надо назначать. Да, Аня, спасибо. Аня, молодец. Я прочитал, я не читаю. Инициатива, молодец. Спасибо, Аня. Прочитай, пожалуйста, 17 стиха до конца. Сейчас. Подожди, а у меня на экране другой текст, а в Библии другой, как так? Нет, это просто новый русский перевод. Ты хочешь, чтобы я с экрана читала, да? Да, если можно. Пожалуйста. Так, тогда как твою картинку убрать? Ага, сейчас. А что бы вы ни делали и ни говорили, делайте все во имя Господа Иисуса, благодаря через Него Бога Отца. Жены, подчиняйтесь вашим мужьям, как это следует делать христианкам. Мужья, любите ваших жен и не будьте к ним суровы. Дети, будьте послушны вашим родителям во всем, потому что это приятно Господу. Отцы, не раздражайте ваших детей, чтобы они не отчаивались. Рабы, подчиняйтесь вашим земным хозяевам во всем, делая это не на показ, лишь ради того, чтобы заслужить их расположение, но искренне, в благоговении перед Господом. Что бы вы ни делали, делайте это от всего сердца, как для Господа, а не для людей, зная, что в награду вам будет наследство от Господа, потому что вы служите Христу. А тот, кто причиняет зло, будет наказан. У Бога нет предпочтения одних перед другими. И вы, господа, поступайте со своими рабами справедливо и достойно, помня о том, что и у вас есть Господин на небесах. Неустанно молитесь, молясь, бодрствуйте и благодарите Бога. Молитесь и о нас, чтобы Бог открыл двери для нашей вести, чтобы нам и в дальнейшем возвещать тайну Христа, за которую я и нахожусь сейчас в цепях. Молитесь о том, чтобы я мог раскрыть ее людям, как должно. В общении с неверующими проявляйте мудрость, правильно используя время. Пусть ваша речь всегда будет приправленной солью, умейте каждому дать нужный ответ. Обо мне вам все расскажет Тихик, дорогой брат, верный служитель и мой сотрудник в труде для Господа. Я посылаю его к вам, чтобы вы узнали об обстоятельствах, в которых мы находимся, и чтобы он ободрил вас. Он придет к вам с Анисимом, нашим верным и дорогим братом, и вашим земляком, и они расскажут вам обо всем, что здесь происходит. Вам передает привет Аристарх, который тоже находится со мной в заключении. Передает вам привет и Марк, двоюродный брат Варнавы. Я уже писал вам о нем. Если он будет у вас, то проявите к нему гостеприимство. Вам передает привет Иисус, которого все называют Иустом. Они единственные иудеи среди моих сотрудников, работающих для Царства Божьего. Они приносят мне утешение. Ваш Эпафраз, слуга Иисуса Христа, тоже передает вам приветы. Он всегда усердно молится о вас, чтобы вы непоколебимо, совершенно и убежденно следовали тому, чего хочет от вас Бог. Я свидетель того, что он очень усердно работает для вас и для христиан в Лаодике и Иераполе. Вам передают приветы наш дорогой врач Лука и Димас. Передайте и мои приветы братьям в Лаодике, а также нимфе и церкви, которая собирается в ее доме. Когда вам будет прочитано это послание, передайте его в Лаодикию, чтобы его прочитали и там. А вы, в свою очередь, прочитайте мое послание, которое вам передадут из Лаодикии. Архипу передайте, чтобы он довел до конца служения, порученное ему Господом. Я, Павел, дописываю это приветствие своей рукой. Помните о моих узах. Пусть благодать будет с вами. Спасибо, Аня. Угу. Спасибо. Пожалуйста. Да, классно, классно читаешь вообще. Так я сразу прям погружаюсь в атмосферу этого письма. Заметьте, что Павел, он так очень как-то душевно заканчивает послание свое. Да, вот здесь важно помнить, да, что библейские
все книги, да, они написаны в определенном... То есть они не написаны просто в какой-то абстрактной там псевдодуховной атмосфере, они написаны в конкретных ситуациях, да, вот к реальными людьми, к реальным людям. И через все это богодухновенное Слово Божие. Да, но для того, чтобы понимать, нам важно понимать также и вот именно конкретную ситуацию, которая была написана. Здесь очень душевно как-то Павел заканчивает письмо, да, то есть вначале он, значит, их наставил, объяснил им, что им нужно делать, и потом говорит: ребята, вот всем привет, значит, вот и Эпафрас тут тоже привет передает вам, ну, тот человек, который основал церковь, да, в Ладикии, ну, то есть в Колоссянах. Вот, кстати, послание, которое, значит, вам я передаю, передайте в Ладикии, пусть там прочитаю, а то, которое в Ладикии, пусть передам. Но то послание, которое Павел написал в Ладикии, оно и утеряно, мы не знаем, как бы, да, то есть оно не вошло в библейский канон. Но вот просто интересно, что видно, как вот, ну, что это вот реальный человек был из плоти и крови, да, жил, он там, он сидит в тюрьме, он пишет письмо, то есть он переживает за них, чтобы они были тверды в вере, чтобы их никто не увел, как бы, да, вот от истинного учения в какую-то ересь. Хорошо, давайте, может быть, сейчас вот посмотрим на вот сначала этого отрывка, да, от того, что мы читали. Вот здесь некоторые есть такие очень политически некорректные вещи, которые Павел говорит. Вот того, что, ну, ответственность жен, например, да. Вот какие у вас мысли по этому поводу есть, ребят? Вот, например, насчет того, что жены должны подчиняться мужьям. Я слышал такое интересное, ну, тоже связано с конференциями христианскими, такую мысль. Мужья часто помнят, что жены должны подчиняться, а жены помнят, что они должны любить. А вот каждый свои обязанности часто забывает. Угу. Да, хорошо. Хорошая мысль. Иногда они даже меняются. То есть мужья подчиняются, а жены пытаются проявлять любовь. Я же его люблю. А он меня не слушается. Я его люблю, а он меня не слушается. Понимаете? То есть немножко наоборот. Какие соображения еще есть, друзья, по этому поводу? То есть оно выглядит, оно написано, оно достаточно, оно режет вообще слух. Ну, по крайней мере, людям западным оно режет слух, вот это то, что здесь написано. Ну, здесь, во-первых, идет, можно, как это следует делать христианкам, да, то есть нужно знать, как христианки должны вообще себя вести, потому что многие люди, мне кажется, понятия не имеют. Какие христианки, да? Угу. Угу. Хорошо, и как же они должны себя вести, христианки? Ну, то есть это, возможно, как бы, потому что она это делает для Бога, но не только даже для мужа, да? Ну, то есть, как бы, мотивация конечная даже не сам муж, потому что иногда, ну, есть такие мужья, что, ну, вообще тяжело как-то ему подчиняться. Но, слава Богу, это не мой вариант. Но есть такая ситуация, что вот тяжело, да? Ну, в идеале это классный, знаете, классный момент, когда муж любит свою жену, она его слушается. Тогда это просто, ну, очень классный такой соединение, да? Тяжело подчиняться, когда он не любит, либо ему любить, когда она его не, ну, вот просто не уважает, да? Или не слушается. Или не слушается, да. Но интересно, что вот именно к женам говорится не любить, а говорится о том, чтобы подчиняться. Потому что, ну... Возможно, вот именно это и проблема жен, что нам тяжело подчиняться. А мужьям любить, вот проявлять вот такой эмоциональный момент, ну как-то мужья стараются до свадьбы, знаете, там, а потом после свадьбы оно как-то, у нас знакомые, он и в театры водил, и цветы дарил, а после свадьбы, слушайте, вообще забыл, что можно цветы дарить, и театр есть, еще не закрыли, ну до коронавируса. Коронавируса. Ну, то есть мужьям вот этот момент тяжело, да? Ну, и вот именно Павел, не имея, как я знаю, не имея даже опыта мужа, да, он так четко просто по проблемам, ну, семьи так бьет, да? То есть женам тяжело, с уважением им это дается тяжело. Ей,
ей естественно любить, да, жене. Ну, то есть Бог так ее ну, устроил, что женщина любить ей не тяжело. А вот тяжело слушаться, вот, кстати, конечно, и уважать, ну, то есть, и наоборот. Угу, спасибо. Есть классная книга, извините, пожалуйста, так и называется «Любовь и уважение». Христианская книга по отношениям именно семейным. Очень советую. Нам помогла. Вопрос такой. Я слышал такое, такое возражение, как бы, да, что вот этот вот стих «Жены, подчиняйтесь вашим мужьям», он говорит о том, что как бы, ну, получается, что Библия рассматривает женщину как существо более низкого порядка, чем мужчина. Как вы смотрите вот на такую интерпретацию? Это ли имел Павел? Я думаю, это Дарвин придумал. Он же заканчивал в Оксфорде какой-то курс теологии, поэтому он так раз это вычитал. То есть, да, закон естественного отбора, да? Как вы думаете вообще, насколько это правильная интерпретация, что ну, женщина ниже мужчины по достоинству, согласно Павлу? Ну, у меня здесь сенсор не по достоинству, а по эмоциональности. Мужчина более взвешенно всегда принимает решение, чем женщина. Поэтому как бы ей поэтому нужно слушаться, да, его. Ну, вот как-то вот так. Окей, спасибо. Какие еще есть мнения по этому поводу? Это однобокое понимание, что именно женщина, именно при прочтении этого текста, это прям очень однобокое, даже узколобое, наверное, понимание. Здесь больше, да, вот Аня правильно сказала, говорится о том, у кого что хуже получается. Просто мужчины и женщины выполняют разные роли, соответственно, у них разные проблемы. Соответственно, так скажем, жаргонным языком, в разных местах косячат. Да. Нужно, грубо говоря, ну, исправлять те моменты, в которых проблемы. Соответственно, женщинам проблемы слушаться, ну, подчиняться мужчинам. Поэтому им нужно это исправлять. Мужчины не проявляют любовь к женам. Соответственно, им нужно исправлять эту ситуацию. Потому что мужчины, так как они, ну, есть такая иерархия в работе, им несложно, например, подчиняться друг другу, там, если есть выстроенная иерархия. Как бы это для достижения цели, они это делают спокойно. Женщины, наоборот, им очень легко любить, потому что они матеря, они жены. Им любовь для них это естественно. Поэтому у них нет проблемы с пониманием, что такое любовь. Поэтому они спокойно, так скажем, эту роль выполняют. Но вот есть проблемы с повиновением. Естественно, отцы, не раздражайте детей, потому что вы были уже в их шкуре, вы знаете, что это такое, что это тяжело, когда над тобой командует человек, так скажем, недалекий, плохой, так скажем, который, ну, неправильный, так скажем, не понимает жизнь, там, не понимает тебя, там, и получается, слушаться тебя не очень хочется. Ну, вот, как бы, здесь просто у кого какие проблемы, тот должен их решать, соответственно. Да, интересно, что здесь не сказано, что родители, не раздражайте ваших детей, а сказано отцы. Да. Этот важный момент. Интересно. У меня здесь это именно отцы имеется в виду. А можно еще про жен и мужей? Это интересно, что мне иногда, ну, мы как-то были на одной семейной группе, я помню еще, когда мы были молодыми. Значит, и там такой предложили вариант, говорят, что восприятие мужчины и женщины брака в семье – это как две педали в машине, да, есть педаль газа и педаль тормоза. И вот почему-то женщины при этом себя всегда воспринимают педалью газа, то есть они газуют, будь здоров, да, а вот ну мужчина, ну кто, ну тормоз. Вот. Но что интересно, что когда вот у нас завязалась такая дискуссия, и даже если это так, я помню, когда я ходил в автошколу, учился на права, то у нас задал инструктор такой вопрос: скажите, какая самая главная педаль в автомобиле? Мы все же такие, ну понятно же, газ. Говорит, нет, ребята, тормоз. Говорит, если вы не будете тормозить, то ваша машина заедет в забор. Вот, поэтому даже при таком раскладе, даже если так это воспринимать, все равно роль мужчины очень важна, как бы, да, вообще главенствующая, как бы, в этом. Но это, опять же, такой пример. Угу. Спасибо, Сергей, спасибо. Знаете, я думаю, что здесь вот просто я почему на этом остановился в моменте, потому что он очень часто является камнем преткновения вообще для
А для современных особенных людей, да, сейчас это очень популярная тема вообще, гендерные роли, кто кого должен слушать, там, самовыражение и так далее, и так далее. Вот, и здесь у людей очень часто происходит подмена понятий, то, что называется, да, и подмена происходит, заключается в том, что они путают между собой два понятия. Одно понятие – это достоинство, или как бы ценность, да? И второе понятие – это роль. Вот смотрите, сейчас я хочу поделиться экраном, показать. Вообще Павел, когда пишет, помните, Павел всегда подразумевает, то есть его мировоззрение очень четко построено было на Ветхом Завете. Это еврей, который уверовал в Иисуса Христа, который очень четко знал Ветхозаветное Писание и знал то, о чем вообще Бог говорит, что касается роли людей. Да? И вот здесь смотрите, давайте вот если мы посмотрим на Бытие, вообще первую главу, там, где Бог сотворил человека. Вот смотрите, 26 стиха. Потом сказал Бог: создадим человека, наш образ и наш подобие, пусть он царствует над рыбами морскими и птицами небесными, над скотом, над всей землей и над всеми пресмыкающимися. Так Бог сотворил человека по образу своему, по образу Божьему он сотворил его. Мужчиной и женщиной он сотворил их. Вот что вот этот отрывок говорит нам о достоинстве, о ценности мужчины и женщины в отношениях, то есть что, кто важнее, кто больше похож на Бога, мужчина или женщина, согласно этому стиху? Они одинаково равны вообще. Для меня это одно целое. Абсолютно, абсолютно равны, да, потому что, смотрите, очень, очень интересный синтаксис, да, обратите внимание, внимательно, так Бог сотворил человека по образу своему, по образу Божьему он сотворил его, единственное число человека, его, да, и вдруг он переходит на множественное, мужчины и женщины, он сотворил их, то есть он как бы вначале говорит, сотворил человека, а потом он говорит, он сотворил человека, мужчиной и женщиной. То есть можно сказать, что мужчина и женщина, они вместе как бы являются человеком, да? То есть вместе они полностью отражают образ Божий. Иначе говоря, женщина, во-первых, они абсолютно равны по достоинству, они одинаково отражают образ Божий, да? Но просто интересно, что некоторые качества образа Божьего отражают лучше женщина, другие качества отражают лучше мужчина. Бог, он не мужчина, не женщина. Правильно? Вместе это одно целое. То есть, да, то есть как бы, что касается достоинства, равенства, значимости, абсолютно. То есть библейская позиция – это мужчина, женщина не ниже мужчины. И она равна абсолютно мужчину по значимости, да, и потому, насколько она отражает образ Божий. И вот поэтому как бы все вот эти, ну, заявления там, ну, как сказать, вот такой патриархальность, или когда люди обижают, там, мужчина обижает женщин, потому что они считают, что они выше, вот это не библейская концепция. Ты не имеешь права обижать. Она не собака, да, она не существо на порядок ниже тебя. Она также отражает образ Божий, как и ты. То есть вот что касается достоинства, абсолютно, да. Но теперь второй вопрос, что касается роли. Роли, для чего создал Бог, да? И вот смотрите, чему вообще предшествовало создание женщины, да? Вначале мы знаем, что Бог создает мужчину, и 20 стих, смотрите, так человек дал имена всему скоту, всем птицам небесным, всем полевым зверям, но для Адама не нашлось подходящего помощника. Тогда Господь Бог погрузил человека в глубокий сон, и пока тот спал, взял одно из ребер и закрыл место плотью. Из ребра, которое вынул он из человека, Господь создал женщину и привел его к нему. И человек сказал: вот это теперь кость от костей моих и плоть от плоти, и будет она называться женщина, потому что взяла от мужчины. И почему? Потому оставит человек отца, а мать и соединится со своей женой, двое станут одной плотью. По роли есть разница или нет между мужчиной и женщиной? В чем роль женщины? Помогает мужчине. То есть женщина-помощник. И вот здесь, мне кажется, очень важный вот этот момент, да, особенно когда вот мы разговоры ведем с неверующими людьми, которые не понимают, да, они путают вот эти две вещи, достоинство и ценность, и роль. А есть такая позиция, так называемая эгалитарная позиция. Вот эгалитарная позиция, она, это egalitarian, да, она
Это вот позиция либеральная современного мира, да, которая подразумевает, что и в достоинстве, и в роли женщины и мужчины абсолютно одинаковы. Да? То есть эти как раз вот эти люди, они говорят, что женщина должна быть так же инженером там, и врачом, там, и все. И, в общем, она точно так же, пусть муж сидит с ребенком. То есть как бы вот очень сильное как бы такое навязывание, что роли абсолютно одинаковы, что вот как бы якобы вот, ну, идея того, что женщина с ребенком, что она помогает, это как бы якобы патриархальное культурное наслоение, да? А в Библии на самом деле показывается, что нет. Просто есть разница, достоинства, ценности абсолютно равные, роли разные. Бог создал женщину и мужчину равными перед собой, но с разными функциями. От того, что у меня другая, например, работа, да, в организации, это не значит, что я менее достоин, например, чем вице-президент компании, да, если я подчиняюсь ее. А просто у меня функция другая, а достоинство у меня абсолютно то же самое. И вот это вот важный момент, потому что, например, опять же, вот если взять историю, где мужчины оскорбляли женщин, они как раз думали, что и то, и другое, и в том, и в другом они выше, что и в достоинстве они выше, что женщина ниже порядком существа, и в роли они выше. А вот библейская позиция – это как раз то же самое достоинство, но другая, просто разная роль. И отсюда интересный момент, да, что, о чем говорит Павел здесь, что значит вот, что это означает на практике в контексте взаимоотношений в семье. Жены, подчиняйтесь вашим мужьям, как это следует делать христианкам, то есть как бы функция жены быть помощником, помощник подчиняется. Если я пришел на работу, и у меня есть директор, директор говорит, короче, Инсур, вот твоя задача на неделю, то есть я подчиняюсь, потому что это, ну, меня на это взяли на работу. Но, в отличие от светской работы, где начальник может там, ну, как сказать, проехаться там за мой счет и там меня унизить, да, здесь очень интересная ответственность мужа любить жену и не быть с ней суровой. То есть, потому что для начальника очень легко впасть вот в такое как бы, ну, вот, типа, да кто ты такой там, я тут босс, короче, да. То есть ты начинаешь строго, он говорит, нет, любите своих жен. И любовь ведь заключается не только в романтической там, или в сексуальной привязанности, а в том, что я, значит, я должен заботиться о жене так же, как я забочусь о себе, заботиться о ее благополучии, о ее финансовом состоянии, о ее эмоциональном здоровье, да, о том, что все ли у нее хорошо, все ли у нее в порядке, а как я могу тебе помочь, как бы, как мы можем вместе, ну, созидать семью. То есть в таких условиях, когда каждый исполняет свою роль, на самом деле получается гармония в браке. Дисгармония как раз начинается тогда, когда либо жена начинает брать в результате грехопадения, да, потому что в результате грехопадения мы все пытаемся что-то другое сделать, не то, что Бог дал. То есть мужики начинают уходить на задний план, оставлять лидерство как бы в семье и, или давить наоборот на жену, а женщины у них как бы, ну, они чувствуют вакуум лидерства, они начинают вылезать вперед, либо они начинают, ну, как сказать, не подчиняться просто мужу. И что еще важно здесь, да, потому что, друзья, я был в прошлом, когда я был служителем церкви, это проблема номер один вообще в церкви, да, вот на обычном повседневном уровне, это проблема номер один, проблема семьи, проблема взаимоотношений мужчины и жены. Я слышал об этих проблемах гораздо больше, чем о чем-то бы еще бы ни было вообще, да, то есть проблема в браке, непонимание, как делать, что... И я помню ситуацию, когда ко мне пришел, значит, один человек и говорит, вот, елки, жена не слушается, короче, я вот, ну, вообще все у меня злость там, я не знаю, как ее, значит, это самое, смирить там, вот почему там я ей как бы говорю там, что вот она должна смиряться, вот же написано в Библии, да, что должна смиряться. Я говорю, слушай, ты где, а где ты прочитал, что ты должен жене говорить, что она должна смиряться? Ну, вот же написано. Я говорю, где написано, что... прочитай 18 стих. Окей, жены, подчиняйтесь вашим мужьям, как это с христианством. Кому этот стих написан? Кому он обращен? Тут не написано «мужья, подчиняйте своих жен». Тут написано «жене». Это ее ответственность перед Богом. Теперь я говорю, а тебе что здесь написано, дорогой? Вот мужьям что написано? Мужья, любите ваших жен, не будьте к ним суровы. Вот иди и делай это. То есть твоя ответственность, вот она, любить свою жену. И не будь к ней слишком суровым. То есть, как бы, опять же, да, кому что здесь дано. Ну, хорошо, это такое небольшое просто было лирическое отступление. Буквально секунду, пока мы не пошли дальше, что, знаешь,
Интересно, что, ну вот, ну, в последнее время, да, мы много слышим, что жены не должны, ну, вот как бы культура современная, да, что жена, абсолютно роли у них одинаковые, там, ну, интересно, что никто из современных женщин не отвергает то, что муж должен любить. Ну, то есть они все согласны, ну, вот современные такие, знаете, феминистки кричат о том, что она не должна подчиняться, но почему-то никто не говорит, нет, стоп, жена не должна подчиняться, муж не должен любить. Все ожидают, что муж будет любить. Это само собой, ну как это? Ну вот с подчинением женам просто не, ну, они против. Ну то есть то, вот та же проблема, что Инсур говорил, да, что жены читают стих 19, да, хотя должны читать 18. Хороший день. Да, спасибо, спасибо, Аня, как сказать, женской позиции особенно хорошо это услышать. Хорошо, потом у нас есть, значит, повеление детям, повеление отцам о том, что уже говорили, да, вот как Роман сказал, что, ну, не раздражайте ваших детей, чтобы они не отчаивались, потому что, ну, опять же, отцу очень легко как-то просто всех там построить, сказать, ну-ка идите, пошли там быстро все спать там и все. И то есть, когда ты постоянно авторитарно ведешь себя, ты как бы злоупотребляешь своей власти, ну, это эмоционально тяжело вынести, на самом деле, детям, они же тоже люди, им тоже не нравится, когда им постоянно командуют. То есть, как бы, ну, опять ответственность за отца, чтобы я, да, воспитывал детей, но чтобы я это тоже делал, ну, с любовью, с мягкостью, как бы, без раздражения. И дальше, как бы, интересно, смотрите, он, по сути, он обращается, как бы, вот, это вот древний мир, да, это вот обычная, как бы, вот семья, семейство. И помните, строй совершенно другой был, социальный, да, рабовладельческий строй. То есть обычно в такой в средней семье там есть муж, есть жена, который, значит, муж глава, значит, дети бегают тут, и еще есть рабы. И вот интересно к рабам, как бы, да, какая ответственность рабов была в то время, с точки зрения Павла. То есть, еще раз, Инсур, извини, пожалуйста, вопрос, рабы, это что это обозначало тогда, да, ты спросил? Как, нет, то, что означало тогда, это понятно, они были рабы, они не принадлежали себе, то есть они принадлежали, человек принадлежал вообще другому человеку. Ну, я хочу 5 копеек своих ставить, я много читаю сейчас, как бы, Старый Завет, да, ну, перечитываю много. И я немножко размышляю, как, ну, по старой привычке, как юрист, немножко рассматриваю несколько контексты такие. Вы знаете, мне кажется, что понятие рабы в контексте того времени – это не то, что сейчас мы вкладываем. Спасибо. Я сейчас объясню, потому что если вы будете внимательно читать все места, где говорится о рабах, то вы поймете, что это не независимо. Исаак, когда возвращается домой, Иаков, когда возвращается домой, он встречает Исава, да, и говорит: «Я раб твой». То есть таких мест очень-очень много. И когда вы начнете понять этот контекст и пытаться понять их взаимоотношения, ну как бы юридические взаимоотношения, вы поймете, что рабы – это не совсем то, что мы понимаем под словом рабовладельческий строй. Это немножко такое наслоение наше восприятие мира того. То есть, это очень далекий вопрос, потому что я еще, когда был студентом, я многие эти вопросы рассматривал, потому что я уже тогда стал христианином. И многие эти вещи, мы просто немножко действительно не понимаем контексты этих вещей. Потому что, ну, для меня, когда слово «раб» употребляется, применяется в любом контексте, в любом месте Библии, я немножко не воспринимаю это абсолютно, ну, как гладиаторы, которые там, я не знаю, только на арену выводят. Uh-huh. Это нечто другое. Это служащие, которые, ну, для меня это служащие больше как бы в контексте, которые, ну, были вольные работники, а были зависимые работники, как бы так. То есть это юридическая интерпретация, это никак не связано с Библией, но в контексте то, что я вижу в Библии, это именно так. Ну, я не буду утверждать, я, как бы, это мое личное мнение, поэтому когда здесь говорится о рабах, это, ну, я не хочу сказать, что это работающий строй, поэтому это такие бедные, несчастные. Это люди, которые именно обязаны выполнять какую-то роль в повседневной жизни этого дома. Угу. Вот я бы так сказал бы. Это не то, что люди, которые могут прийти вам поштукатурить или побрить, а потом уйти и забыть, что вы их нанимали. Это нечто другое. Это которые повседневно выполняют какую-то роль в доме. Я бы так сказал бы. Это немножко не ну, ладно. Я просто привел пример Исава, Исаака, как бы, да, вот. Иакова. Все, да, Сережа. Да, спасибо.
Я буквально один такой момент, просто вот ради интереса посмотрел вот в греческий, ну, греческий подстрочник, тут написано, ну, слово употребляется дулой, дул, ну, или дулос, дулой, да? Uh-huh. Это, смотрите, тут несколько есть таких слов, это раб, слуга, невольник. Uh-huh. Так, то есть, я думаю, что, может быть, это мое мнение, может быть, я буду неправ, но я думаю, что статус раба в Израиле, он был немного другой, чем статус раба в греческой культуре или в римской культуре. Вот, почему? Потому что я тоже сейчас второзаконие перечитываю, я так смотрю, там такие рабы, знаете, были тоже такие холеные ребята. Да, да, да. Он там 7 лет поработал, понимаешь, он через 7 лет пришел и говорит, я вообще хочу уходить, он по закону, надо его отпустить. Вот. Я думаю, что в греческой и в римской культуре там немножко было по-другому, потому что, кстати, там и отношения между мужчиной и женщиной тоже были другие. Греко-римский мир, он был другой на самом деле. Почему, например, ну, вот этот текст, который писался Павлом к Колоссянам, я думаю, он бы по-другому писался бы в еврейской культуре, потому что в греко-римской культуре как бы отношения между мужчиной и женщиной очень были похожи на те, которые сейчас есть. То есть они такие больше, знаете, были такие, типа, вот, ну, более такие, ну, как бы языческие такие. Вот, но я к чему? Я про рабов, что, может быть, все-таки, то тут, скорее всего, даже вот слово «невольник» для меня как бы такое больше, ну, даже вот основываясь даже просто на слове, да, вот «дулос», этот «слуга», «невольник». Вот я думаю, что это немножко другое значение, чем просто нанятый работник, который может в любой момент как бы уйти просто. Ну, я так думаю. Может, я не прав. Ну, здесь на самом деле в греческой, в римской, потом в римской уже империи рабовладение было абсолютно распространенная как бы вещь. То есть, ну, один человек является собственностью другого. И если ты это сделал легально, то есть ты пошел на рынок, например, купил раба, заплатил деньги владельцу, то это абсолютно было нормально, как бы, но культурная норма, да, владение собственностью, людьми как собственностью. И здесь, что интересно, да, Павел говорит, он не призывает к революции, он не говорит, что давайте, ну, то есть это восстание Спартака, да, то есть он не говорит, давайте, ну, рабы, восстаньте там и сбросьте иго своих господ, да, он как бы обращается вот в той культуре, в которой он находится, и он говорит, смотрите, в том состоянии, в котором вы находитесь, помните, что в любом состоянии, в котором вы есть, вы можете служить Богу. Да? Жена, муж, отец, дети и даже рабы. И даже рабы, те, которые, у которых, казалось бы, как бы, ну, вообще общественного нет никакого достоинства. И здесь смотрите, что он говорит. Подчиняйтесь вашим земным хозяевам во всем. Делай это не на показ, лишь для того, чтобы заслужить их расположение, но искренне в благоговении перед Господом. То есть он говорит, что в этом, даже в том, что вы искренне служите им и заботитесь о них, проявляется, ну, ваше служение перед Богом. И с другой стороны, господам он тоже говорит, да, в первом стихе 4 главы, поступайте со своими рабами справедливо и достойно, помня о том, что и у вас есть Господин на небесах. То есть, опять же, он как бы и той стороне, и другой говорит, да, то есть во всем все проявляют, ну, да, как бы должны проявлять христианскую любовь друг к другу. То есть, Инсур, можно буквально вопрос один? Ну, я когда читаю вот этот текст, то, ну, по сути, я к себе применяю вот это рабы, как бы, ну, служащие, да, то есть подчиняйтесь, ну, то есть я на себя это меряю, что я должна так подчиняться своему там менеджеру, угу. Не только когда она меня видит, но всегда и не потому, что я хочу там расположение ее получить, а потому что я это делаю перед Богом. Ну, то есть правильно, вот так мы читать должны? Но опять же, здесь помните две вещи. Да? Одна вещь – это прямое применение по отношению к первоначальным читателям, да, то есть колоссянам. И вообще в изучении Библии, мне кажется, очень важно делать вот такой, как бы, ну, как сказать, анализ делать таким образом. То есть не читать текст непосредственно, как будто бы он мне обращен в 21 веке. Вначале понять, что он говорит в контексте к изначальным читателям. И потом второй шаг применить уже к нам. То есть первый шаг мы сейчас сделали с вами, да, исторический анализ, то, что, да, действительно, вот было рабовладение, и даже людям, которые в неволе, Павел говорит, вы можете служить Богу тем, что вы служите своим господам. Теперь мы делаем второй шаг, Аня, да, то есть
как это можно теперь применить ко мне, да, потому что у нас, слава богу, рабовладение отменили, мы живем в демократическом строе, слава богу, да, это лучше гораздо, вот, но какой принцип здесь библейский, который можно применить сегодня в нашей жизни? И вот то, что ты говоришь, это значит, ну, как бы, то есть получается, что я, когда я, например, наемный работник в организации работы, я должен добросовестно вести себя даже тогда, когда на меня не смотрит начальник. Мне кажется, совершенно нормальное, ну, применение текста. Более того, 23 стих очень мне в этом плане нравится, он, потому что он подводит черту под всем, что было сказано. Что бы вы ни делали, делайте это от всего сердца, как для Господа, а не для людей. А что значит, что бы вы ни делали? Что сюда относится? Все. Ну, все хорошее. Нет, вообще все. То есть, даже если перенести, например, на наш день, то есть я иду в магазин, да, а как я разговариваю там с продавщицей? Я еду на машине, например, да, там кто-то меня подрезает. Я на работе там с менеджером, с начальником разговариваю. Я дома себя веду. То есть вот практически все, то есть написано все, что не делаете. А почему, как вы думаете, почему он так утверждает? Какое, ну почему это вот все я должен делать как для Господа, а не для людей? Ну, я думаю, что тут, скорее всего, 24 стих это ответ. Да. А с одной стороны. С другой стороны, я думаю, что Павел пытается выставить планку повыше. Вот, тем самым, как бы, давая людям понять, что наша жизнь — это не только быть перед людьми, да, например, вот, показаться перед ними там хорошими, вот, а планка гораздо выше, то есть мы вообще, как говорит, знаете, как Господь среди нас, вот, это серьезно, вот, и на самом деле это, да, это серьезно. Да, извини, Сергей. Просто единственное, вот 24 стих, я немножко так попробую закинуть мысль, что меня немножко напрягает один момент, что чтобы не получилось тоже, что вроде бы мы делаем как для Господа, но пытаясь как бы Бога манипулировать, типа как. Ну видишь, Господи, я что, видишь, вот людей слушаю, там, жену люблю, там, типа, начальника слушаюсь. Ради наследства. А награда-то когда? Когда-то награда хоть будет. То есть ради наследства от Бога, то есть я как бы делаю это, а не ради того, чтобы именно послужить другим. Так, да, Сереж? Ну, идея, то есть тоже как бы вот эта вот такая способность человека такая, знаете, низкая, так вот, тоже манипуляция, чтобы не проявлялась по отношению к Богу. Ну, то есть мы можем людьми манипулировать, показаться хорошенькими, а тут, да что тут люди, ведь тут Бог, понимаешь, тут можно Богом как бы поманипулировать, ну, и типа сказать, что вот, ну, это я так просто немножко, извините, чуть отклонился, но суть 24-й. Смотрите, ребят, да, вот опять же, послание Колоссянам, теперь вот чуть-чуть вернемся к тому, о чем я начал. Давайте попробуем посмотреть на то, что это значит в контексте всего письма. Павел для чего пишет вообще послание Колоссянам? Ну, наставить. Ну что, наставить в чем? Церковь. Все, я молчу. Говорим. У церкви возникли некоторые проблемы. Угу. Там мы видели перечень проблем, которые у них возникли, связано с исполнением закона, а не по духу жить. Ну и тут как раз было связано, я думаю, заодно и с семьями проблемы возникли, как результат, может быть. Вот. По закону они хорошие ребята, а по духу они как бы притягивают функции друг друга. А помните, когда мы... Спасибо, Виталий. А когда мы начали читать послание, да, мы с вами пытались понять, что там происходит, да, и в чем вообще сущность того аргумента, как бы, Павла в первой и второй главе? Что он хочет сказать? В чем основная идея в первой и второй главе? Ну, он выявляет... Ну, как я знаю, в Колоссах было очень много идолов, башков, и среди многих они ставили еще Иисуса. И помимо всех прочих, и он говорит, этот один на самом деле творец, ваш Господь единственный творец.
и достойный, как бы, Бог достойный поклонения. Uh-huh. Как бы вот это первая часть, я считаю, что мне говорит. Абсолютно. То есть помните, да, что, ну, по-видимому, колоссяне начали уклоняться в пустую философию. А в какие-то как сказать, странные культы, да, там часть там еврейский закон, часть поклонения ангелов, там часть, то есть, короче говоря, Иисуса недостаточно. Им начало казаться, то есть приходили какие-то, видимо, учителя, начали им там грузить, как бы, да, их, что, ну, в принципе, вот Иисус это как бы, ну, это вчерашний день, да, это вот уже не тот сезон, да, вот новое, модное, короче, вот есть, смотри, какое крутое учение, короче. И Павел в 1-2 главе очень четко, ясно и однозначно говорит: ребята, вы нашли Христа, лучше этого ничего нет. Потому что он творец мира, он творец и ангелов, и демонов, и всего мироздания абсолютно. Все знание в нем заключается, никакого знания вне его просто не может быть по определению, да. И вы в нем имеете искупление грехов, прощение, полное принятие Божие. Вы нашли, короче, that's it. Ты нашел суть вообще жизни, кому поклоняться. Вот теперь, а что дальше делать, да? Ну, скучно мне. Вот, блин, не хочу я вот, ну, сидеть, мне скучно там, я читать. Там. Расти глубже, он говорит. Дальше расти в нем, потому что в нем, ну, как сказать, ты не можешь вот достичь такого уровня, когда скажешь: елки, я такой духовный, я так хорошо знаю Христа, что, ну, пора мне чем-то заняться другим, да? Он говорит: нет, это он бесконечный источник мудрости, счастья, радости и так далее, да? И потом, когда он эту идею им конкретно объяснил, что во Христе вся полнота божества телесна. И потом третья глава, помните, мы в прошлый раз разбирали, что из этого следует. И Павел так все письма свои пишет, он начинает с экспозиции, с объяснения какой-то истины духовной. Он говорит: реальность вот такая. И потом вторая часть письма. И вот отсюда следует вывод, что вы должны жить вот так. То есть вот если реальность – это Христос, и лучше него ничего нет, что значит, как жить дальше, да? Как мне жить в Колоссах? Он говорит: стремитесь к небесному, то есть обращайте ваши мысли к небесному, ваша жизнь – Христос. Умертвите себе все, что принадлежит греховной природе, безнравственность, страсть. Это все вчерашний день, это все старая одежда, снимите. Наденьте себя в новую одежду, да? Там, где уже нет этнических различий, расовых различий, там, национализма, все во всем Христос, оденьтесь теперь, то есть вырабатывайте себе новый характер, который соответствует вашей жизни в Христе. Сострадание, доброта, смирение, кротость, терпение, да, 12 стих. Будьте снисходительны друг к другу, будьте миролюбивы. То есть как бы вот так, как Христос это все, ваша жизнь теперь должна отражать это. То есть этика у Павла, поведение всегда основывается на его понимании реальности. Потому что Бог такой, да, поэтому вы должны стремиться к этому. И потом, в конечном счете, у него всегда очень систематическое мышление вообще у Павла, да, и Бог это использовал. И потом в конце он говорит: окей, вот ко всем, всех любите, старайтесь. И потом он уже конкретно транслирует это в повседневное отношение. Что это значит для семейной жизни? Вот учитывая, что Христос это он выше всего, он Бог, да, и он меня спас, и лучше его ничего нет. И как мне теперь жить с женой со своей? Да, вот как мне жить с женой? Он говорит: любите, не будьте суровы. А как жене жить к мужу? Подчиняйтесь. Потому что этим ты служишь Христу, который выше всего. Да? А как, например, работнику жить? Он говорит: все, что не делаете, делайте от всего сердца. Потому что от всего сердца, как для Господа, не для людей. Потому что ты теперь в новой реальности живешь. Ты можешь абсолютно любую мелочь, которую ты делаешь в своей жизни, да, вот идешь ты в магазин, общаешься с продавщицей, ты можешь через это служить Господу Христу, ты можешь быть добрым к ней. На дороге тебя чувак подрезал, вместо того, чтобы высунуться и орать на него, да, благословил его человека. То есть, ну, дети там наглеют, например, да, ну, ты их успокоил, но без гнева как бы успокоил. Жена, значит, это самое, ну, пришла в плохом настроении, да, ну, я смиряюсь, люблю, стараюсь к ней не быть суровым. Вот эта реальность, она должна транслироваться в повседневной жизни, во взаимоотношениях с людьми. И вот хочу просто вот последний момент сказать, да, по 23 стиху. Значит, есть такой человек, Пат Гелсингер, можете его погуглить, посмотреть. В общем, он является CEO компании Intel. Ну, Intel, да, это одна из крупнейших компаний силиконовых.
Силиконовой долине. Как бы все в любом компьютере есть чип из Intel. Там многомиллиардная, короче, серьезная корпорация. Так вот, Пат Гелсингер, посвященный христианин, я с ним познаком лично. То есть я с ним разговаривал на одной конференции, мы с ним познакомились. И вот, вот ну, человек, который зарабатывает миллионы, да, в буквальном смысле миллионы долларов в год, и его посвященность Христу, да, и он объясняет так это. Он говорит, знаете, я, будучи CEO организации, я служу своим подчиненным. То есть, и он этот стих приводит. Он книжку даже написал по этому поводу. И вот он этот стих приводит. Что бы вы ни делали, делайте от всего сердца, как для Господа. Он говорит, я когда прихожу на работу, у меня там десятки тысяч сотрудников. Он говорит, я стараюсь для них быть как пастор. То есть не в том смысле, что он там приходит и проповедует им. Да, но это, ну, светская организация, это как бы неправильно было бы. Но он, например, кто-нибудь там заболел, он говорит, ой, я там, можно за тебя помолиться? А он говорит, я стараюсь давать им, ну, все, как бы, вот, ну, как сказать, вот, зарплата, чтобы у них была приличная, чтобы там человек заболел, чтобы у него, ну, организация могла поддержать. То есть он на своем посту, а через вот те вот вещи, которые он может делать, как CEO, да, организации, генеральный директор, он проявляет заботу, потому что в этом он видит свою мотивацию как христианин. Этим он служит Господу Христу. И вот я, вот для меня, да, вот для меня вот это очень такой хороший пример вообще, он как бы ролевая модель. И для меня вот это вот очень важный стих 23, что сегодня, то есть независимо от того, может быть, я там мою посуду, я мою пол, короче, я на работе, может быть, ну не нравится мне что-то делать, но я могу это делать с мотивацией, с правильной, да, ну, что я сегодня для Христа мою пол. Я сегодня делаю, потому что делаю это хорошо, потому что я это делаю как будто для Господа, а не для человека. Инсура, можно один такой момент? Вот, что бы вы ни делали, делайте от всего сердца. Можно ли сказать, что вот это от всего сердца, это искренне? Вот такое слово современное. Ну, потому что оно такое образное, там, от всего сердца. Там, да. Вот. А вот искренне, вот мне кажется, что мы живем во времени, где люди научились одевать маски, просто друг перед другом как бы играть чужие роли. И мы просто не искренние. Ни друг перед другом, ни перед Богом. Как бы мы просто меняем чик-чик-чик. Ну, нас так научило общество. Я думаю, что можно ли сказать так, что бы мы ни делали, мы делали это искренне, как для Господа. То есть вот без вот этих масок, без притворства. Вот так вот. Можно так сказать? Ну, да, я думаю, что можно. Я думаю, что от всего сердца это значит, ну, вот, ну на самом деле, вот чистосердечно, да, то есть вот, ну, вот я буду делать эту работу, какая бы она ни была, эта работа, не из-под палки, как бы, да, обратное качество, а вот именно, ну, как будто вот Бог мне сказал. От души, так сказать, от души. Да. Ух. А можно я еще буквально у меня, до того, как мы пойдем дальше, вот такая у меня мысль, что, ну, на самом деле, если вот взять все, ну, все роли, да, людей, там, возможно, там, жены, мужья, ну, там, родители, либо отцы, дети, там, служащие, либо там менеджеры. Ну, то есть наша основная мотивация, как бы, почему мы что-то делаем, это Бог. Не потому, что мы, ну, вот именно в контексте того, что Христос ну, главнее всего, да, имеется в виду, что, ну, я слушаюсь мужа не потому, что, ну, как бы я не про себя вообще, да, то есть, потому что я делаю это ради Бога. Возможно, мой муж, чей-то муж, возможно, даже не оценит это. Возможно, чей-то муж даже не достоин этого. Либо жена даже не поймет, что я действительно ее люблю, да. Либо мои дети там, ну, неблагодарные, но я их люблю, и я забочусь, и я стараюсь проявлять им любовь. Либо мой менеджер просто ненормальный, да, и он там всеми, знаете, всех использует. Но я свою работу все равно хорошо исполняю. И как бы мотивация вот именно потому, что я это делаю ради Бога. Потому что, ну, есть многие ситуации, когда вот реально тяжело там любить такую жену, либо тяжело такого мужа слушаться, либо тяжело таким родителям вообще, ну, там, уважать их, да. Ну, а вот если вот держать, знаете, в фокусе, что это мои отношения с Богом, я это делаю, потому что я не перед людьми как бы смиряюсь, а перед Богом, мне кажется, появляется мотивация, которая, ну, вот дает возможность человеку двигаться, ну, и делать правильно, несмотря на то, что как бы естественно оно не хочется делать так.
100%. А можно я... И он прямо говорит, да? Потому что вы служите Христу. Да, да. То есть, подчиняясь мужу, ты служишь Христу. А, любя жену, ты служишь Христу. Делая мой полы, а, да, как, кстати, ну, на работе, да, ты служишь этим самым Христу. Угу. То есть, без Христа оно реально теряет все значение. Ну, то есть... без Христа как бы 100%. Все это теряет смысл, особенно да. Тогда, когда это вот, ну, вот, ну, не в кайф как бы. Потому что вот реальность такова в этом падшем мире, что многие вещи, которые приходится мне делать, ну, блин, не в кайф они. Но не хочу я мыть полы, не хочу мыть посуду, не хочу я, начальник этот, как сказать, глупый, мне опять там задал задачу, ну не хочу я это делать, ерунду, короче. Потому что, когда я теряю мотивацию, вот эту высшую, жить сразу становится гораздо сложнее, тяжелее, да, и весь мир полон жалующихся людей, что все гады, короче, начальство не понимает меня, там жена не понимает, короче, Борис Джонсон, там, то есть человек постоянно жалуется, да, потому что он не получает, что он хочет. Но если иметь мотивацию, что все, что я не делаю, да, я могу делать для Господа, тогда и я за это получу награду в конечном счете, тогда появляется мотивация. И смысла нет жаловаться уже. Ну, то есть, награду, можно сказать, это все не зря. Ну, то есть, ну, я буквально недавно общалась с одной женщиной, она оставила своего мужа после 15 лет брака и говорит, я себя потеряла, я решила уйти, я просто себя потеряла. Ну, и я ей пыталась объяснить, вот, христианское, ну, надо сердце слушаться, вот такие, знаете, вот лозунги современного. Я говорю, ну, сердце обманчиво, говорю, в Библии написано так. Ну, то есть, я говорю, у меня тоже был такой момент когда-то в жизни, что я думала, что у меня не тот, кто мне нужен. Но сейчас, спустя 15-16 лет в браке, я реально понимаю, что лучше мужа у меня не могло бы быть. Я говорю, хотя был такой момент, что я даже мужу своему говорила, знаешь, I need a way out, знаете, было такое, потому что вот просто человек взрослел, да. Но если бы сердце послушалось в тот момент, то... наделала бы глупости, да? Ну, то есть, я говорю, ну, опять же, без Христа действительно, если Христос не глава моей жизни, то, ну, на самом деле, оно все как бы, знаете, это тот пазл, без которого картина вообще не будет держаться. Ну, то есть, да. Спасибо. А Виталик, ты, по-моему, что-то хотел сказать, да? Я хотел, у меня фраза от всего сердца, я не знаю, как-то я это так увидал, почему, но когда Христа спросили две заповеди, да, то он как сказал, что любите Бога от всего сердца. То есть, и когда внимательно смотреть как бы другие места в Писании, нигде не сказано, что Бога просто любите от всего сердца. В принципе, здесь в контексте, если любите от всего сердца для Господа, то как бы, ну, то, для меня почти то же самое, что прописано везде по всему Писанию. Вот именно для Бога нельзя от всего сердца что-то делать. Я бы так сказал. То есть это просто будет видимость служения, это будет просто ритуал, но это не будет для Господа просто. И здесь просто апостол Павел, я думаю, переключает это на каждодневное пребывание в Боге. Ну, для меня как бы это так как-то кажется. То есть не то, что только ты в церкви это делаешь, или это ты делаешь для каких-то служений, для чего-то, а именно ежедневно, что бы ты ни делал бы, всегда помнишь, что ты перед Господом всегда. Не только в служении, не только где-то... в каких-то особых случаях или каких-то важных моментах твоей жизни, а именно всегда абсолютно тебя Бог видит. Вот как бы, ну, вот для меня это для всего сердца, это как бы для Бога нельзя не от всего сердца делать просто, как бы. Спасибо. Ну что, может быть, будем переходить тогда к применению? Мне кажется, такой насыщенный очень отрывок. Давай. Потому что там четвертая глава тоже интересная. Прежде чем перейти к применению, я предлагаю, знаете, давайте мы минуты две просто помолчим сейчас, побудем как бы вот наедине с Богом, да, потому что это вот такое, есть такое, такая вещь, называется христианская медитация. Не путать как бы с медитацией восточных религий, да, потому что там как бы идея в том, что ты полностью очищаешь свой ум. Здесь не в этом суть, а в том, что вот мы сейчас прочитали отрывок из Священного Писания, да, это слово Бога к нам. И просто вот пару минут просто вот поразмышлять над тем, что мы прочитали, и подумать, вот что Бог хочет сказать сегодня мне. Что это значит для меня сегодня? То есть я предлагаю, давайте мы сделаем такую вот просто минуту молчания, да, просто подумаем, и что Бог хочет сказать мне. И потом поделимся просто
своими размышлениями и что это значит для нас на следующую неделю. Я просто включу таймер на 3 минуты. Да, пожалуйста, кому что, кто чем хочет поделиться, что для вас значит сегодняшний текст? Я могу, Анцур, начать. Да. Что бы я ни делала в жизни, или говорила, или делала, я почему-то хочу посмотреть на это как то, что вот Господь всегда рядом со мной, и Он все видит, все, что я делаю, чтобы если я захочу что-то сказать, что... Где-то даже, то есть я просто, меня видно сквозь пальцы. То есть просто представить, что вот он у тебя, вот он рядом с тобой, и ты это при нем говоришь. Вот такое. Просто я сегодня даже с утра, скажем так, была так на эмоциях, и я, можно сказать, нагрубила, и мне просто хочется попросить прощения. То есть очень... Пожалуйста, кто еще хотел поделиться? Анечка хочет. Я на этой неделе слушаю христианское радио, и там девочка одна попросила молиться, ну там молитвенное, там, ну, молитвенное время такое было, и девочка попросила молиться за мотивацию для работы. Я думаю, я в последнее время, друзья, вот просто, и говорю, Сереженька, у меня со мной такого не было, реально, жду, пока мой урок закончится, и говорю, что со мной такое? Ну вот просто на самом деле нет мотивации, я не знаю. Либо весна, сил нет, но вот честно, вот делаю вот просто, чтобы сделать. И мне это не нравится. Я думаю, где же эту мотивацию найти? Я вот буквально на этой неделе говорила с Сереженькой, ну,
Вот что мне делать? Слушайте, и сейчас читаю текст и думаю, ну, на самом деле просто я забыла, ну, для кого я это все делаю? Что мои студенты, это я им служу, они, знаете, они мне каким-то образом, да? Ну, то есть, и вот этот момент, ну, я хотела бы вот на этой неделе, вот именно на этом, как бы, заострить свое внимание и молиться за то, чтобы, ну, вот Бог просто все, что я делаю, убираю, там, с детьми время провожу, там, я не знаю, кто-то меня просит там о помощи, да, либо, ну, на работе. Такая, знаете, рутина какая-то, работа бумажная. Вот все, что я делаю, чтобы это делать, ну вот, чтобы Бог меня вот в этом обновил, вот в этом таком видении, что я это делаю для Него и стараться. Спасибо большое, это просто для меня, просто в тему очень сильно. Спасибо, Аня. Пожалуйста, кто еще хочет поделиться? Ну, я, в принципе, сказал, как бы немножко ты от всего сердца, да, фразу. Я понимаю, что от всего сердца я, ну, как бы забываю, что Бог всегда все видит. То есть, я делаю часто как бы работу, как бы, то есть, нужную, важную, но далеко не всегда. Вот, то есть, наверное, большинство проблем у людей это то, что, ну, христиан, да, у христиан, что они в эту мотивацию... Я реально думаю, что я в эту мотивацию забыл, что именно от всего сердца это важнее, чем даже что ты делаешь. И как ты... Даже результат не так важен, как ты делаешь от всего сердца, я бы сказал бы так. То есть даже важен не результат, а важно, ради чего ты это делаешь. Спасибо. Интересно, я поделюсь. 23 стих меня так, знаете, он... Чтобы вы не делали... 24. Зная, что в награду вам будет наследство от Господа, потому что вы служите Христу. Я, знаете, просто думаю, что... Ну, мы такие люди, что мы, знаете... А что мне за это будет, называется? Скажу, знаете, как по-одесски, как одесситы говорят. А что мне за это будет? Вот мы как-то привыкли, знаете, все измерять какой-то выгодой. Я думаю, что апостол Павел, что он делает, он выставляет, он понимает нашу вот эту природу человеческую, и он понимает, что люди, ну, в основном делают что-то за что-то, да. И вот что он молодец делает, он выставляет понятие награды в том, что, ребята, вы получите долю, ну, это вот это слово... Наследство – это как доля, да, вы получите долю, вашу долю от Господа, вот, потому что вы служите Христу, вот, и вот вопрос, я думаю, для чего мы это делаем? Первое – это понять, что мы это делаем для Христа, и от Него же и получим долю или наследство, да, и вот для меня как-то это такой сильный момент, даже если я не вижу какое-то видимое воздаяние, вознаграждение, да, вот сейчас в этой жизни, я просто должен верить и понимать, что Бог все знает, и я могу рассчитывать на его поддержку с Божьей стороны. Вот это такой сильный момент. Спасибо. Спасибо, Сергей. Пожалуйста, еще есть несколько минут, кто хочет поделиться. Да, я вот тоже скажу, для меня что это значит. Ну вот у меня сейчас такой как бы период в жизни, когда у меня нет работы постоянной, да, то есть я сейчас делаю там консалтинговый контракт один, который вот в конце месяца закончится, и я не уверен, что мне обновят его как бы дальше. Вот, и в то же самое время вот сейчас, ну, на самом деле очень много я времени потратил на job applications, короче, там networking, с кучей народа пообщался, в общем, и вроде сейчас начинают вырисовываться какие-то роли, ну, опять же, как гарантии как бы нет, пока тебе не дали job offer, да, то есть, ну, вот как бы вот, и вот в этом во всем калейдоскопе я понимаю, что, ну, например, вот у меня консалтинговый проект, мне хочется просто, ну, побыстрее там закрыть его там, чтобы, ну, если работу дадут, да, то есть так тяп-ляп как бы сделать, и что касается работы, вот основной тоже у меня там какие-то начинаются фантазии, там, о, было бы круто, вот если бы там, я там в одну компанию подал, в очень, ну, известную всем там, крутая контора, короче, такая, и вот у меня там сразу такие мечты розовые начинаются, вот, как суперски будет, если там буду работать, какой там буду там
классный сотрудник, и там, в общем, ну, то есть вот такие вот как бы чисто, чисто эгоистические, как бы эгоцентрические мысли, вместо того, чтобы настроиться на Бога, да, вот что, то есть что вот, во-первых, тот контракт, который сейчас сделал, мне нужно сделать его хорошо, до конца, даже если мне Бог даст работу до этого, то есть это просто добросовестно сделать. И, во-вторых, та работа, которую Бог мне даст, ну, вот реально, вот, ну, прям вот, ну, я прям вот хочу, чтобы Бог дал мне, ну, четкое направление, вот, вот то, что вот он хочет, и что будет для меня правильно тоже, что для меня будет хорошо. Не то, что вот я хочу, да, вот вырвать там для себя, там, убедить там, то есть у меня вот интервью, на интервью все равно, когда готовишься, же ты хочешь в лучшем свете себя показать там, да, потенциальному работодателю, рассказать ему, какие ты классные проекты сделал там, все такое, да, и вот, и вот как бы вот, вот этот фокус на служении, что, ну, я хочу служить Богу этим. И даже если у меня там какая-то организация мне предложит что-то, тоже, чтобы это было вот, ну, ценно для них, то, что я делаю, да, не только, что я могу получить, там, какие там perks, а вот что я могу, как я могу им послужить в этой организации. Вот тут тоже вот хочу просто, ну, молиться о правильной мотивации, короче, на этой неделе. Вот, спасибо. Что если больше не у кого некому поделиться, может быть, мы закончим молитвой тогда?